Приветствую всех, с вами Маркел Борис, и сегодняшний наш разговор «Как избавиться от тараканов в голове». Тараканами в голове я называю наши мысли. Мысли, которые бегают, прыгают, там целый день у нас в голове стая тараканов бегает туда-сюда. Приходит мысль, как заработать деньги. Ну, у многих эта мысль приходит, и как заработать их достаточно. Все достаточно просто, нужно просто сесть и решить, как заработать, а не искать работу. Ну, это один из великих миллиардеров так сказал. Когда я терял работу, я просто садился и не думал, где найти работу, а я думал, как заработать. Ссылочку, как заработать, вы найдете, в принципе, под этим видео. Ничего сложного в этом нет. Еще одна мысль, как сделать так, чтобы люди к вам шли. То есть нужно сделать из себя привлекательную личность. Нужно быть полезным людям. То есть на данный момент я считаю, что я записываю полезное видео, и оно многим раскроет глаза на то, что нужно делать в этой жизни, чтобы быть полезным. То есть вы хотите, например, заработать денег, как я это делаю. Вы хотите заработать денег. Вы садитесь и думаете, как это сделать. Как дать людям что-то полезное, чтобы они за это вам заплатили. То есть, смотрите, все достаточно просто. Все достаточно просто, как заработать. То есть, вы можете позвонить своему другу, подруге, там, знакомому и спросить, у тебя есть сейчас проблемы? А если я решу эту проблему, что ты, ну, сколько ты за это решение ты сможешь мне заплатить? Даже если он вам скажет спасибо за это, уже будет хорошо. Но, с другой стороны, например, представьте себе, что у соседа потек кран, он не знает, что делать, а вы знаете, у вас есть инструмент, вы, например, стучитесь к нему и говорите, слушай, Василий, готов тебе починить кран, сколько ты мне за это денег заплатишь? Просто. Один таракан решен, все, ваши тараканы убежали. Ну, еще как вариант, нужно завести вот такой вот блокнот и все своих тараканов всех записывать. То есть я уже написал такой пост, и вы можете почитать в описании под этим видео, будет пост. Я там дал решение, как избавиться от тараканов, как начать зарабатывать деньги. Все достаточно просто. То есть не нужно себе забивать голову вот этими маленькими жучками, которые у вас бегают. Их просто нужно сделать, найти выход из этого положения. Смотрите, у меня здесь записано достаточно много тараканов, которых я уже приручил, и эти тараканы мне не бегают, потому что они записаны, и здесь написано решение того вопроса, как с тараканами справиться. С тараканами я справляюсь достаточно успешно и достаточно давно, чего и вам рекомендую. Еще как справиться с тараканами? Ну, просто, может быть, не обращать внимания, но, с другой стороны, тараканы одни уползают, другие приползают. Ежедневно в голове человека много мыслей возникает, и эти мысли, они никуда не денутся. Пока вы живете, эти мысли будут к вам приходить. И если эта мысль вам, ну, не приносит никакой пользы, то эту мысль можно вычеркнуть. Вот просто написать на листке бумаги и написать, это неважная мысль. То есть важные тараканы, неважные тараканы, важные мысли, неважные мысли, важные идеи, неважные идеи, исполнить сейчас, исполнить потом, исполнить никогда. То есть если вы запишете это все на листке бумаги, у вас все тараканы будут по своим полочкам сидеть. И возможно они вообще куда-то исчезнут, и вы начнете жить счастливо и хорошо. На этом я заканчиваю. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, пишем комментарии. Если не понравилось видео, ставим дизлайки, пишем комментарии. И пишите ваши вопросы, потому что мой канал позиционируется как помощь людям, и я готов помогать решать там какие-то вопросы. То есть у многих вопросы возникают, и причем вопросы такие простые, на которые люди знают ответы. Даже те люди, которые будут смотреть это видео, они знают ответ на ваш вопрос.
даже как пожарить картошку вкусно, они тоже знают. А это тоже один из тараканов, который может бегать по вашей голове. На этом заканчиваю. Всем большой привет!